Всем привет! Сегодня мы будем проходить игру Skyridol в режиме легко. Вот идет загрузка. Наконец-то начались каникулы. IndieFirst представляет. Что здесь произошло? Ночь первая. На этот раз нас видит кукла. Пароль. 1614, я уже увидел. Шумим тут. И надо мне еще попасть в дом. А это баг, вот куклы, я не знаю. Ну-ка, еще раз. Опять. Нет, мне так не пойдет. Пусть на улицу выйдет лучше. А я попаду в дом. Я постараюсь над прохождением. Ну где пошуметь? Опять она в дом заходит. Вот как назло. Все, мы в доме. Ключ. Взял патрон, возьмем. Пригодится. И идем записывать сразу пароль. 1614. Все, открывается сейф. И нету куклы. Драгоценный медальон. Вот и кукла. А что, она меня не видит? Вот на меня. Ну, быстрее. Успел. Она обходит. Вы увидели только что. Ну, я быстрее все-таки буду. Давайте быстрее. Корм для кроликов и... Все, ждем кролика. Шумим, чтобы кукла пришла на улицу, а я попаду в дом. Так, быстрее она сейчас в дом уже пойдет. Все, я здесь. Ломаем зеркало. О, нет, быстрее, быстрее. Давайте. Успел. Запустил сцену. Я не хочу быть куклой. Все, сейчас оставить часть фотографии там, а я пойду ее заберу. Так, ну в чем сложность, что кукла наверху сейчас как раз ходит. Ой, что так дернуло. Нет, уже назад не успеем. Ладно, подождем. Вот кукла, вы видели сами. Скорее всего, пошла вниз. Я быстрее вот так прохожу. Идем в ангар тогда. Открываем дверь. Вот здесь выкидываем. Так, и сматываемся отсюда. От куклы. Тут медальон драгоценный. Давайте сразу его применим. Надо его отдать. Тут ему богатство, походу, да? Давно не играли в Skyridol. Конечно. Если смотрите, приглядеться вот в этой сцене, там кукла Клэр под кроватью была. Я просто Smiling X проходил, поэтому не успеваю тут все сразу проходить. Кстати, кому был интересен вопрос, когда выйдет Smiling X прохождение на нормале, я уже его готовлю выпускать, и скоро он будет на канале доступен. Прошли. Кролика надо отдать тотему жизни. Первый уже тотем есть.
Только как-то мы долго проходим, конечно. Тогда мы быстрее играли. Ну, хотя это было на призраке. Давайте отдаем. Сейчас еще одна сцена запускается. Вот выходит мать и несет корм для кроликов и отдает девчонке. Все, и уходит. Так, что теперь надо делать? Давайте возьмем ключ. Вот таким способом можно его получить. Кукла в доме, я уже увидел. Это хорошо. О, вообще супер. Все, уходим. Таким образом мы попадаем в винный погреб. И сейчас мы возьмем лом. Где он был? Вот. Смотрите, вот таким образом можно сломать доски. Вот, вы увидели. Быстрее. Шумим, я там. Все, ушел. Все на отлично получается. Меня кукла ни разу не поймала. На нормале все-таки сложнее будет. Так, я же еще лопату не забирал, да? Тогда поднимаемся наверх, идем за лопатой. Мне надо найти интересную книгу. До конца не копаем, она большая, потому что это книга, вот. Кукла, скорее всего, будет сзади, поэтому я иду обходить. С другой стороны. Так, книгу мы кому должны отдать? Еще одному тотему. К нему можно попасть через винный погреб. Сейчас туда идем. Надеюсь, с куклой не встречусь. А вот она оттуда и вышла как раз. Идет в ангар? Нет. Так, поаккуратнее с куклой надо быть, конечно. Открываем. Все, вот еще один тотем с палаткой. Мы все сцены видели, кстати. Тут нельзя пропускать, так что можете смотреть. Так, сейчас мне надо вот попасть в дом, знаете, вот это сложно будет сделать. Потому что мне нужно взять зажигалку и пойти к машине уже. Сложность в том, что кукла ходит как раз там, где лежит эта зажигалка. Давайте пошумим. Может получится. Нету куклы. Почему же? Странно. Нет, давайте лучше посмотрим, где она бегает. Вот камень. Можно пошуметь. Все, сейчас кукла точно придет. Так, быстрее уходим от нее подальше. Надо найти зажигалку. Так, она меня потеряла, да? Вот.
Не заметила. Вот это прикол, конечно. Она меня не увидела. Ну и нечему удивляться, мы играем на легком, на нормале, конечно, увидит. Так, сейчас, походу, точно увидела, да? Ну, уже потеряла, я ушел. Вот топливо. Да что так дергает-то? Нужно взять зажигалку. Не бери ты уже. Все, наконец-то, мы так долго там были. Идем к машине, отмораживать замок. И сейчас мы заберем дробовик, наконец-то. Попробуем его применить. Ждем куклу теперь. А что на меня не идет? Что? За карту? Я туда не могу попасть. Стоп, что это за прикол? Ну, нажимайся. Да что это такое? Кнопка зависла. Я нажал где-то 5 раз, кнопка точно зависла. Все странным, наверное, оказалось то, что она пошла за карту, эта кукла. Может, это все связано. И это баг. Вот заново запустилась ночь первая. Получается, мы ни разу не проиграли, да? Все. Клэр остановлена на 50 секунд. Сейчас идем в ангар. Блин, все. Забираем часть фотографии и поднимаемся наверх к тотему. Смотрим. Мать заходит в ангар, ищет девчонку. Вот увидишь, я тебя найду. А вот и кукла Клэр. Все, что мне остается, это дойти до этого собрания тотемов. До такого вот места. Давайте приманим куклу. Пристрелим ее напоследок и все, свалим отсюда. Наконец-то. Ну и где же? Она точно уже встала. Ну и где же? А, вот кукла. Шумим. Давайте. Успею. Получила. Все. Израсходовали все патроны. Сейчас идем за куклой Клэр. И к тотемам. Можно расчистить дорогу. Все, забираем куклу и к тотемам. Это осталось сделать, и мы пройдем игру. Надеюсь, вам понравилось такое прохождение, и вы оцените его лайком обязательно. И далее я буду играть на более сложном режиме. Вот такое вот прохождение. Смотрите конечную сцену. Вертится, все, взрыв пошел у них. Все, тебе взрыв какой удался сделать. Все, мы спасли сестру. Спасибо за игру. Также вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.